Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Не рубля на сторону. Теория авторского права и интеллектуальной собственности». Так, только не говорите, что это анкапы, которые против интеллектуальной собственности сейчас будут сопротивляться. Всем привет, это канал Aftershock News и я Сергей Брикутин. Я едва ли ошибусь, если скажу, что мало кто из вас задумывался над понятием интеллектуальная собственность и прочее. К моему сожалению, все разговоры об этом крайне поверхностны. Попытаюсь изложить проблему с разных как философских, так и сугубо практических точек зрения. Первое. Интеллектуальная собственность является противоестественным понятием в реальном мире. Почти все обсуждения... Так, замечательно, с места в карьер. Настолько же далеки от реальности, как обсуждение физических, феерических коней в вакууме. В природе нет такого явления или объекта. Само понятие интеллект из области когнитивной психологии и философии никоим образом не может быть связано с юридической формулировкой собственности. Имеется ряд философских теорий на эту тему. Смотри, диалектика, материализм, гносеология, Декарт. Ну, то есть интеллектуальной собственности не должно существовать, потому что диалектика. Ложка и прочее. Кто хочет, может почитать. Но далее я поясню, почему конкретно это так на более простых примерах. Человек является социальным существом и основным способом его развития – заимствование знаний и навыков у других людей или существ. Если он не сможет заимствовать... Ну, то, что человек – социальное существо, само по себе это определение является социальным конструктом. А то, что человек в состоянии формировать социальные конструкты, следует из того, что он социальное существо. То есть это просто не более чем аксиома, которая имеет как бы кольцевидную систему аргументаций, где все замыкается на то, что социальный конструкт — это социальный конструкт. То есть мы постулируем идею о том, что... Мы постулируем социальный конструкт, что человек — это социальное существо, потому что мы считаем, что человек — это социальное существо, которое продуцирует социальные конструкты. То есть это все равно, что религиозный нарратив, в рамках которого человек создан Богом, потому что так написано в Библии. Знания, то он не сможет развиваться. А как можно регулировать заимствование знаний? Вот пример: с ребенком занимался учитель, а затем он стал гениальным ученым, или тренер воспитал олимпийского чемпиона. Все это произошло благодаря передаче знаний. А если посмотреть с точки зрения закона, то имеет ли право учитель и тренер взимать дань с ученика, с каждого его успеха? Но умные люди скажут, при чем здесь закон? Это... Ну, если бы... Интеллектуальная собственность не могла существовать, ее бы не существовало. У нас бы не было такого понятия, в том числе в структуре юридической. То, что ты с этим не согласен, ну, ты, может быть, не согласен с законом, который тебя запрещает убить соседа, хотя тебе очень хочется это сделать. Это область этики. Если человек порядочен, то он отблагодарит тех, благодаря кому он достиг успеха. Морально и, может, даже материально. Это... Ну, отношение к этике зависит от того, какой ты этической концепции ты придерживаешься. То есть нет какого-то универсального этического видения, блядь. Ну, это очень плохо, на самом деле. Это даже в каком-то смысле это хуже, чем то, что Усанов говорил, потому что это просто примитивней. Проблема касается каждого человека. Все то, чего достиг человек, он достиг в первую очередь благодаря своим родителям. Хотя бы даже пусть они дали ему только соответствующие гены. Это что, интеллектуальная собственность? Имеют право родители? То, что человек достиг многого благодаря своим родителям, социальному окружению и погружению в определенную социальную коммуникативную среду, никак не отрицает такое понятие, как интеллектуальная собственность. Родители требуют от детей получения вознаграждения от передачи им интеллектуальной собственности. Это крайне важный вопрос для любого человека, но на практике он сводится к простому ответу. Если среди прочего... Если родители дают своим детям хлеб бесплатно, не рассчитывая на оплату, это не значит, что кто-то в магазине не может продавать хлеб за деньги. То же самое с интеллектуальной собственностью. Если родители бесплатно, там, не знаю, делятся... какими-то знаниями со своими детьми, это не значит, что не должно существовать магазинов, которые продают, значит, книги и там, я не знаю, какие-нибудь диски там с какой-то информацией полезной для людей. Вообще, какая-то очень странная инфантильная попытка опровергнуть идею интеллектуальной собственности. Родители смогли привить детям чувство благодарности и уважения, значит, дети будут заботиться о родителях. Только это важно. Есть здесь нюанс. Ну, опять-таки, если в обществе на уровне каких-то экономических процессов существует натуральный обмен,
Это не значит, что в обществе должны быть запрещены или отсутствовать другие формы экономического взаимодействия. То же самое и здесь. Да, если родители прививают детям свои знания как бы бесплатно, это не значит, что не должно в обществе существовать экономических агентов, которые будут какие бы то ни было знания предоставлять за плату. Просто, я не знаю... Еще один субъект с дохлым голубем вместо мозга, по всей видимости, у нас тут. Как вы думаете, будет ли человек склонен к выражению благодарность, если ему постоянно напоминать, что ему что-то дали, и теперь он после этого должен вернуть долг? Да, я удивляюсь, почему тебе хлеб не дают бесплатно в магазине, блять, а заставляют платить. Ведь хлеб, он же сам из земли растет. Как может быть собственность на зерно, там, на хлеб, вообще удивляюсь. Просто ведь если тебе не дать хлеб, ты можешь умереть от голода. Как ужасен капитализм, там те люди, которые продают хлеб, как аморально они поступают. Ведь хлеб, он сам из земли растет. Почему бы тебе не давать его в магазине бесплатно? Почему с тебя требуют какие-то деньги на кассе? Это аморально и бесчеловечно. Я думаю, все знают эту историю, но грех не напомнить. Самого понятия собственность на хлеб существовать не может, потому что в древних общинах сельскохозяйственных крестьяне, они все делили поровну. Поэтому как можно продавать хлеб в магазинах? Это же аморально. Как можно за это брать деньги? Помни, миф о Прометее появился в незапамятные времена, но как будто сегодня сочинен про правообладателей и участников шеринга. Все... Охуенно. То есть интеллектуальная собственность — это ерунда. Почему? Потому что миф о Прометее. Просто снимаю шляпу. Все, ты все опроверг. Помнят сюжет. Прометею на основе лицензионного соглашения был выдан огонь. Естественно, чтоб без разрешения богов, правообладателей его не допускалось передавать. Да, и если помните, там это плохо для него кончилось. Его, блядь, цепями приковали, и, значит, орел прилетал ему печень клевать. Если ты попытаешься что-то, принадлежащее другим субъектам, блядь, раздать каким-то третьим лицам, тебе тоже пизды дадут. То есть в этом смысле миф о Прометее, он очень показателен. Третьим лицам, которых именовали простые смерти. Но Прометей в нарушении действующего законодательства, руководствуясь благими намерениями и любовью к людям, совершил правонарушение, за что был приговорен. А если бы Чикатило на суде заявил, что он руководствовался благими намерениями, стоило ли его освободить в здании суда? Приговорен судьями к мучительной смерти с целью запугивания желающих бескорыстно раздавать защищенные авторским правом объекты интеллектуальной собственности. Прочитайте еще раз оригинал этой известной истории. Разве не про сегодняшние реалии написано? Но важна в данном случае не лирика и красота сказа, а принципы... Да, если вы бесплатно в торрентах что-то качаете, вы Прометей. Введение пропагандируемое в качестве единственно правильного и законного. Не делись, если у тебя что-то есть. Да, при этом, если его ролик кто-то попытается спиздить у него с канала и перезалить на другом канале, он ему страйк пришлет. Типа, о-о-о! Интеллектуальной собственности, конечно, не существует, но какое право вы имеете воровать мою интеллектуальную собственность, блядь? Я в своем ролике отрицаю интеллектуальную собственность. Какого хуя вы, блядь, пытаетесь спиздить мой ролик с моего канала? Страйк, страйк. То ни в коем случае не позволяй кому-то другому пользоваться этим благом. Люби себя, чихай на всех, и в жизни тебя ждет успех. Главное в жизни эгоизм. Да, если вы за интеллектуальную собственность, то вы эгоист. Слушайте, это даже круче Усанова намного. Потому что Усанов, ну он шиз, как бы, а тут просто какой-то колхозник. Эгоизм. Разве я этого недостойна? В каком мире мы хотим жить? В мире эгоистов или в мире бескорыстных людей, готовых отдать? Да, блядь, бескорыстно отдай вообще все, что у тебя есть дома, как бы. Просто бескорыстно отдай это людям, как бы, блядь. И канал свой на Ютубе тоже бескорыстно отдай кому-нибудь. Что-то свое, не прося заранее оплатить их заботу. Третье. Юридический аспект. Обычно, говоря об авторском праве, понимают защиту создателей интеллектуальной собственности. Но многие ли знают, сколько реально получает автор? Доход получают правообладатели. Обычно это те, кто купил за гроши права на интеллектуальную собственность у реальных авторов.
Ну, не продавай за гроши. Если ты думаешь, что ты создал что-то ценное, не стоит продавать это за гроши. Лучше себя зарегистрировать в качестве правообладателя, чтобы потом с этого деньги получать. Авторов. Покупая интеллектуальный продукт, вы платите не авторам, а тем, кто на авторах желает и не стесняется даже наживаться. К сожалению, авторы и бизнесмены это... Короче, найдите его ролик и перезалейте у себя на канале, и посмотрите, прилетит вам страйк или нет. От этого будет зависеть, насколько он последовательный, значит, сторонник отказа от интеллектуальной собственности. Просто вот возьмите его канал, короче. Канал называется... Aftershock News. Aftershock News. Вот. И перезалейте все ролики с его канала на свои каналы, короче. И всем привет, это канал. Посмотрим, короче, как прилетит вам страйк или нет. Вот, ссылочка на канал, ребята. Давайте посмотрим, насколько это последовательный, значит, противник интеллектуальной собственности. Давайте посмотрим, насколько у него, значит, слова с делами расходятся. Потому что что-то мне подсказывает, что это полная хуйня. Давайте. Он же противник интеллектуальной собственности. То есть он никогда никому страйк-то не пришлет. Понимаете? Он же против интеллектуальной собственности. Ее же не существует, она же аморальна. Понимаете? То есть... Да, ролики Светова тоже можете с ними так сделать, потому что, ну, он тоже против интеллектуальной собственности. Как бы интеллектуальная собственность — это хуйня же полная. Именно поэтому на дебатах он говорит, что если вы будете дебаты снимать на мобильник, а потом попытаетесь у себя на канале залить, я вас как бы удалю из зала. Потому что, ну, интеллектуальной собственности ее же нету. Ее выдумали как бы злые капиталисты, чтобы угнетать шизов. Противоположные по складу ума люди. Первые думают о том, как можно сделать хороший продукт, а вторые о том, сколько можно будет наварить на его продаже. Да, и здесь не все так просто. Большинство авторов не изобретают уникальный продукт с нуля. Они изучают множество уже готовых продуктов и делают новые, несколько модифицируя уже имеющиеся аналоги. Можно устраивать долгие судебные тяжбы, выясняя, кто у кого украл идею. Но так ли вообще нужно жить? Вот один человек услышал, как другой напевает мелодию. Записал ее, проиграл сам и вуаля, готова композиция, можно продавать. Кто получит деньги? Правильно, деньги получит тот, кто умеет продавать, а не тот, кто хорошо сочиняет. Хуже того, тот... Деньги получит тот, кто умеет продавать, а это несправедливо. Да, ну все, как бы. Кто первоначально напевал, лишается права петь свою любимую композицию. А вот не было бы всех этих проблем с автором. Почему деньги получит тот, кто умеет продавать, а не я? Я тоже хороший, как бы. Я не хочу быть лопоухим колхозником, я хочу быть богатым. Правами. Все бы пели, кто хотел и что хотел, и ни у кого претензий бы не возникло. Четвертое. Экономический аспект один из наиболее важных. Нам постоянно объясняют, что защита авторских прав позволяет финансировать разработки и создавать новые продукты. Но так ли это на самом деле в глобальном смысле? Ну, не так, потому что ты вставил ролик с, блядь, с чуваком, похожим на Пиноккио. Ты как бы намекаешь на то, что это не так. Ибо не всегда улучшение одного элемента ведет к улучшению в целом. Мне неизвестно. Охуенно, очень убедительно. Ежи, это так не работает. Коммунист не должен отказываться от прибавочной стоимости при буржуазной власти. Ну вот и узнаем, как бы, насколько он последовательный противник свободы. Интеллектуальной собственности. Да, чуть не сказал свободу слова. В случае, когда кому-то удалось доказать. Не, ну понятно, там включится какая-то ментальная гимнастика, что типа, ну я как бы против прав интеллектуальной собственности, но это мой ролик, и поэтому я его не дам никому перезалить у себя на канале. Что авторское право стимулирует технический прогресс. Ну вот факт то, что оно способно очень хорошо прогресс тормозить. Вот есть нечто, есть человек, который выясняет, что можно вот здесь вот так вот подправить и будет лучше. Он может это сделать, но это нельзя. Модификации и улучшения запрещены. Это хорошо известно на примере открытых и закрытых программных продуктов. Исправление багов, в-первых, занимает дни, а во-вторых, годы и
И не факт, что баги вообще исправят в текущей версии. Хочешь исправления? Покупай новую версию. А мыслить, если в глобальном масштабе, то это немерено увеличивает затраты на конкуренцию. Если вы знаете, как сделать лучше, вам придется изобретать продукт с нуля. И при этом каждый элемент этого продукта, не дай бог, не должен быть аналогичен уже существующему. Итого, в результате искусственное повышение цены и себестоимости. Естественно, это... Ну, то есть вам это выгодно получается, если вы создатель оригинальной системы. Это выгодно производителю-продавцу, но это не нужно никому, кроме правообладателя. Зачем изобретать велосипед 5 раз, чтобы иметь возможность поменять подшипник? Зачем несколько раз разрабатывали медиаплеер и эксплорер, когда уже есть бесплатный и... А во вселенной, где он живет, у кого-то есть авторские права на конструкцию велосипеда, поэтому больше одной компании не могут выпускать велосипеды, что ли? Более качественный продукт с открытым кодом.